Я вообще против того, что посягают на свободу человека. И когда в интернете там постоянно нужно вводить какой-то логин, пароль на разных сайтах, я в этом путаюсь. И я считаю, что это совершенно не нужно. И это только чрезмерный контроль за мной. Я не знаю, зачем это вообще нужно, отслеживать людей. Хочешь — делай, что хочешь. Я против этого.